Марочек кормит кодочку. Давай, давай ей, не бойся, не бойся. Давай прямо в ротик. Видишь? А вон, смотрите, маленький-маленький козленочек. Совсем малыш, который только недавно родился, наверное, несколько дней назад. Смотрите, какой маленький он. Малыш! Малыш, Марочек зовет малыша. Малыш! Ну вон, мама малыша, она хочет травку. Не хочет? Так, мы подошли к вольеру с водичкой. Здесь у нас, смотрите, журавли такие серенькие, красивые, розовые фламинго. Потрясающе красивые, да, зайка? Смотрите, два журавлика, да? Сломается, наверное, да? Класс, какие красивые. Смотри, какая у них прическа из волосиков. Она пустая. Да, перышко, смотри. Видишь, они друг друга тёмают, чистят клювики друг другу. Видишь? Мы пришли посмотреть верблюдов. Смотрите, вон они стоят. Запах от них, конечно, чувствуется отсюда. Смотрите, смотрите. Вот, Марочек, смотри, идет верблюд к нам. Смотри, смотри, увидел тебя. Видишь, идет? Смотри, какой, с двумя горбами. Сильно, мам! Сильно, но сильно я не могу. Оп! Оп! Опа! Все. Посмотрите, кто у нас здесь живет. Это какой-то горный доман, если вы правильно прочитали с котиком, да? Смотрите, смотрите, смотрите. Похож на какого-то маленького бобра, только без хвостика, да? А здесь у нас живут цурикаты. Смотрите, они вон роют норки в песочке, и вон в песочке отдыхают, у них утро. Утренние заботы. Смотрите, какие хорошенькие. Смотрите, смотрите, ребята. Видишь, копают норку? А другие отдыхают на утреннем солнышке, греются в песочке. Вон он, вон он. Вот он вышел еще один погулять из домика. Это на дуге я сел. Классно. Вон они, смотри, какие хорошенькие. Обычно они такие прячутся, а утром они, видишь, спокойные такие, на солнышке. У них свои дела. Случилась у них авария, они теперь, видишь, не знают, что делать. Что делать, что делать? Смотри, там смотрят, что делать? Вызывайте скорую, вызывайте милицию. Смотри, что делать? Теперь они вон, видишь, а другой копается прямо в горшочке, видишь? Ну, теперь как горшочек обратно. Не получится уже. Это надо собрать здесь такую картинку животных. Видишь, можно собрать зебру. Вон, видишь, зайчик, ножки. Кто-то здесь собирал уже зебру. Головка. Давай соберем. Так. Надо зебру собирать. Видишь, вот такую лошадку. Нет? Да. Ну, вот попа. Попа есть. Вот спинка. Вот грива. Головка. Смотри. Вот зебра вторая. Ножки. Смотри, 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 где здесь? Здесь ничего нет. Еще ножки. Вот, смотри, а теперь отойди. Смотри, отойди-ка. И у нас получилась зебра. Вот она, видишь, стоит. Мы ее собрали. Спускаемся все ниже, ниже, ниже. Осторожно. Спускаемся и придем к лошадкам. Да, котеночек? Пойдем. Да. Ай, мы гуляли-гуляли и пришли к зебрам. Смотрите, они тоже как раз кушают. Смотрите, какие красивые, полосатые. Да? Осторожно. Они щипают травку.
очень близко. Но подходить к ним близко нельзя, потому что это может быть очень опасно. Всегда надо помнить, что это дикие животные, и всегда надо соблюдать правила осторожности. Особенно, когда вы гуляете с маленькими детками по зоопарку. А вот мы идем дальше, и здесь такие антилопы африканские. Смотрите, с рогами тоже путают. На них охотятся львы, которых мы видели раньше, да? Смотрите, вон какие глаза у них большие. Бегают они очень-очень быстро. Не, не бегают. Они сейчас не бегают, они сейчас кушают. Но вообще у себя дома в Африке они очень быстро бегают. Ребятки, смотрите, мы подошли к оленям. Смотрите, смотрите. Это большие олени такие. Кушают листики. Хотелось бы их погладить, но нельзя. Такие оленчики живут в лесу. Правда? Смотри, Мариночка. Подошли к лошадкам, это называется лошадки Пржевальского. Такие небольшие лошадки, дикие. Они сейчас тоже кушают, смотрите. Правда, Марочек, смотри. Кушают сенки. А там немножко дальше, пойдемте, пройдемся сюда. Итак, смотрите, а здесь у нас живет буйвол, самый настоящий. Только стоит он к нам задом. Смотрите, кушает сенка. Такой большой. Правда же? Мы крестку делали. Да, вот, смотри, смотри, как кушает сенка зайчик. Итак, смотрите, мы подошли еще к одним оленчикам. Это такие маленькие оленчики. Называются Даниэль пятнистый. Кушают соломку. Смотрите, какие красивые рога. Марочек хочет покормить. Но они, наверное, не будут кушать, потому что у них своя соломка. Смотри. Пусть и так есть. Будет так кушать? Итак, ребятки, на сегодня мы заканчиваем наше прекрасное путешествие по зоопарку. Всем пока! Оставайтесь с нами, смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что были с нами.